говорят, измерение нестабильно, нас засасывает в бесформенную пустоту. Ложь! А кто считает иначе? Бросьте свои глаза в ближайший мусоросжигатель, потому что они явно неисправны. Более того, вандалы ломбоксы вовсе не спешали. Как они могли, если... А! Я их пока даже не поймал, а? Кретины! Ну что, хотели правды? Награда за них теперь... 27 сквинтиллионов нефарибаксов! Только посмотрите, такая большая, такая настоящая, такая точно невыдуманная! И это богатство может стать вашим! Поймайте ломбаксов! Доктор Нефариус пойдет на все, лишь бы поймать нас. Надо двигаться дальше. Только бы чинила склеил этот фазовый кварц. Годится! Но ведь с этой вылазкой проблем быть не должно. Ха. Не знаю, как в вашем измерении, а у нас все постоянно идет не по плану. Импровизировать здесь учишься очень быстро. Я тоже неплохо импровизирую. Ну, надеюсь вскоре увидеть. Окраина. Ну что ж, займемся ремонтом. Надеюсь, Морты не зря так нахваливали чинилу. Да, я тоже надеюсь. Офигеть, вот это место, ёкарный попай. Кажется, этот мост в верном состоянии. Наверное, был налет. Жителям таких мест приходится самим отбиваться от бандитов. О, спасибо, что сломали. Это Софа не захотела это сделать. Блин, и от пиратов. Как это тут это лечу? А, во, удобненько. Прошу прощения. Опа! Кто-нибудь знает, где можно найти чинилу? Думаю, они осторожничают. Тебе, думаю, никто тебе не ответит. Новые туристы! О, перед вами жемчужина галактики! Добро пожаловать! Офигеть! На мусорном молоноте значит рай. А чинила здесь живет? Ну, конечно же, здесь! Славный парень, душка! И не женат, если кому-то из вас интересно. Он же может починить фазовый кварц? Фазовый, стразовый, любой кварц, что угодно! Это отлично. Но, к нам повалили спиратов, и попросили ему помочь, потому что он, ну, большой. Он их несколько дней громил, а потом сломался. Кстати, я видел один недалеко отсюда, в плавильнях. Везучая ты. Бля, эти придурки здесь. Пираты, блин. Ура, салют, йо-хоу, йо-хоу, настал наш звездный час. И будем мы грабить, будем буянить чинилу, уже не боюсь. Смотрите, ребята, экая штука весьма пригодится для всяких трюков. Это судьба, что сводит нас вновь. Аппетит, ребят. Ей нравится, когда тебе надирают зад, Пьер. Эй, друзья пираты! В атаку! О, беда. Пираты явились за ломом. Мы не можем отдать им раскрут. Нам стоит занять позицию на высоте. Ай, бляха. Офигеть. Придется подобрать новый подход. И как же это сделать? А как пробить-то его? Я тебя уничтожу! Ну хоть ты и без щитов, нормально.
Конечно. Надо ломать. Надо ломать это, офигенно. Ну, конечно, надо ломать щиты. Да, ломается все это, ага. Я тобой восхищаюсь, Ривет, но ты бы видела, как бился чинила. Такая мощь! Увы, он сломался! Уморил его своей болтовнёй? Утонул, ха-ха-ха. Нифига. Да ты че, бессмертный, что ли? Вот тупорная! Шададон! Без тебя грабить их было так скучно! Мерси, что оживило процесс! Ага, смейся, смейся, Пьер! Еще один, блин. Чё твой не сильно? Сколько же у Пьера пиратов? Может, чинила поможет разделаться с ними? Ты чё, намёрз, нужно сначала идти к нему, да? Ой, даха. Охренеть, а портироваться никак нельзя. Круто, я не знаю, как попасть. Да, я полетела. А, сюда надо было приземлиться. Ну ладно. Там было всего. Там было всего два пирата. Какого-то этот. Я могу спасти тебя от сердечных мук, но нет моих братьев. А ну все, алле! Вот то самое, блин, такие за враги. Видимо, пирата собирает какую-то поебеску. Спасибо, кто ящики взяли. Хотя бы дать тебе занимал эти трусы. Падла пиратская. Почему я? Почему? Ой, такая предсказуемая. Мы что, будем танцевать? Нет, не будем. Танцевать разместался. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.
Да я завидую, что ты экономишь боезапас. Ну-ка, дай-ка 24-ку. Ага. Иди сюда, акулья ножовка! Не это, вот это я сказал. Взяла, переключила. Меня это не остановит! Да это остановит как раз. Вот что ждет тех, кто крадет наше добро. Сейчас сэкономим боезапас, да? Так. Тебе не пустить меня ко дну! Предлагаю покинуть судно. Я только за! Молодец, ведро. Как же я устала от этих пиратов. Признаться, я не ожидала, что Чинила окажется огромным роботом. Может быть, когда он не дерется с пиратами, он сама доброта? С большими роботами обычно по-другому, но посмотрим. Ты что-то говорил, Пьер? Я не слушала! А, как мне будет не хватать твоих шуточек, Ривит! Радуйся, тебе это не грозит! Времени у меня навало! Что с вами забыли, пожалуйста? Не сваливай на меня их ошибки! Я всего лишь лицо команды! Ну, наконец. О, офигеть! Кристаллики, оказывается, можно было собирать. Что-то я сразу не докатал, потом 5 их. Бля, дочинил далеко еще. А куда теперь-то? А, вот он. Нам всего один придурок остался. Да эти пули его очень быстро выгасывают. Для меня честь продырявить тебя. Больше ты не будешь досаждать Пьеру. А ты? А теперь мне меня только вот ты важен. А мне пофигу, мне главное только вас у босса победить.
потом я вашего босса да за кувалды выкосила, бля. Ха-ха-ха-ха, поддержали, так поддержали. Тогда мы попали. Но сейчас чего переживать на эту тему? Тут, а теперь? Тогда мы попали. Но сейчас чего переживать на эту тему? Чё делаем? Именно мы будем чинить чинилу. Для начала надо его включить. А его выключили из-за поломки. Его... Видимо, он включает чинилу. Естественно, погнали. Охренеть, вот это робот. Охуеть. Ой-ой. Ничего! Не отвлекайся. Все разворотит! Берегись! Он теперь что, крушила? Обо мне? Все на низкой. Шахта рушится. Прекрасно. Не заслуживаю просвещения. Я лишен мудрости. Мудрость. У меня есть идея. Я слушаю. Отсломан. Я не могу чинить, и меня не почини! Не падай, не падай, не падай! Ой-ой! Да хватит уже разваливаться, пожалуйста! Я успела. Поймал, сволочь. Нифига в тебе, дури. Я починен. Импровизирую. Я выгляжу иначе, но ты помог мне осознать, что я все еще Кланг. Я искренне рад. Когда Вулларды попросили меня защитить их, я вдруг увидел множество сломанных вещей. Их так много. И это тебя потрясло. Но суметь починить другого, понять, что не все потеряно. Как мне вас отблагодарить? Починишь это. Спасибо. Вы подарили старому роботу-великану надежду. Это я должен вас благодарить. Кордилеон. Это же...
океан. Вау. Впечатляет, да? И подумай, когда мы смастерим эту штуку и спасем измерение, ты сможешь отправиться куда угодно. Разве ты не боишься будущего? Оно непредсказуемо. Ну, иногда... На Савале ты спросила, хочу ли я найти родню. Долгое время я хотел. То есть, правда хотел. Но... А сейчас? Чем ближе я был к этой цели... А вдруг они не такие? А вдруг я не такой, как они думали? Я просто... Ну ладно. Мы на месте. Будем составать измерение. На станции Кидара император прячет самые секретные разработки, в том числе единственный регион, нужной нам мощности. Других вариантов нет. Приму к сведению. Прикольно. Это Близзон. Его используют для хранения энергии. Но почему этот такой фиолетовый? Ну, потому что по нему ударить надо посильнее. Близзон впитал в себя энергию, высвобожденную пространственным хаосом. Мы попали в другое измерение. Я это уже видела. Затушенное измерение, судя по виду. Лифт здесь! Знаешь, Рэтчет, у меня ведь тоже нет родни, если не считать императора. Так что хуже семьи, чем у меня, быть не может. Может и так. К слову о рисках. Раз Кидара существует в этом измерении, может, тут и Горн Рубион есть? Возможно. Но учитывая состояние станции, не факт, что он будет работать. Тогда нужно отыскать еще один кристалл Близзона и переместиться обратно. Как ты думаешь, здесь изучали растения? Может быть. Офигеть. Прости, прости, прости. Я думал, это мой дружок. Обознался. Да все делись. Я Рэтчет. О, здорово. Привет, Рэтчет. Ты меня искал? Было бы вдвойне здорово. О, можно звать тебя Чет. Нет. И нет. Я ищу тут Близ. О, я знаю одно такое место. Но я уронил в воду свой привод доступа. Надо слить ее. Но как, Рэтчет? Спокойно. Как? Я разберусь. Если помещение часто затапливает, пульт управления насосами должен быть на возвышении. Здорово, Рэча. Хоть ты и не спрашивал, меня зовут Хламбот. Если тебе интересно. Мне-то, конечно. Рад познакомиться, Хламбот. А это Кит. Привет. Привет, Кит. Так зачем вам нужен этот Близзон? Нам нужно задействовать Горн Рубион в другом измерении. У нас такой есть. Жаль, только давно не работает. Он делал занятнейшие квадраты. А, все уроды. Не расставайтесь, блять, на поверхности. Пульта управления здесь нет. Как нету? А, мой любимый привод. Сюда! Этот привод доступа что-то вроде ключа? Если ты про средства легко и быстро нажимать на кнопки, то да. Что? А, Близзон, совсем рядом есть лифт, который доставит нас к одному из таких дивных светящихся кристаллов. А, постой, питания нет. На
этим разберемся. Ладно, я останусь тут и понаблюдаю. Ребята, а страшно ведь здесь, правда? Этому хламботу можно верить? Он странноватый, но вроде не злой. Сами сдохли, ха-ха. Обычно бодряк просто гуляет себе по станции. Ебанутый робот. А вас преследует. Я ревную. Офигеть, опять та самая история. Мой любимый Плизен на этой станции. Если смотреть на него часов 6, он начинает так сиять. Ну что, наверное, пора прощаться. Спасибо за помощь, Хламбот. Да не за что, Рара и Китти. Yes, блядь. Yeah. Ха-ха. Какой я босс, сука. Из другого измерения? Да, смешно. Скажи Боку Джорджу, завтра я на нем отыграюсь. Горн Рубион должен быть здесь. Где? Мне стрелки не показывают. Старый знакомый. А ты что здесь делаешь? Ну, тут такая история. Я к тебе обращался. Ты обращался ко мне. У нас тут локдаун. Как ты и твой скакун попали сюда? Я провожу осмотр станции. Сколько тут белого и оранжевого? Потому что я художник-декоратор. Первоклассный. Хотел провести ремонт, но чтобы это был для вас сюрприз. Нет, я бы ни за что не осмелился. Прошу сюда. Считайте, что я уже стер себе память. Хорошо придумала, декоратор Кит. Что будем делать? Можно поговорить с ними. Это отведет нас от подозрения. Или можно пойти прямиком к пульту управления и сделать измеренитель. Пульт управления горном вон на той платформе. Чертежи загружены. Что у нас тут? Ага. Скелет, не видишь, что ли? Ясно. Он не знает, куда нажимать. Ты жмешь наугад? Да брось. Да брось, одна кнопочка и все по пизде пойдет. Кстати, кое-что и произошло, кстати. Вы запустили Горн только на резервном питании? Но кнопка основного питания рядом! Скелет! Посмотрим. Да, все ломается как надо. Какой тупой, не кросс-тест. Ничего не построили, не посинили, а только взяли и все разломали. Отличная работа, Реддит. Взять этих шарлатанов! Приветствую, нарушители! Ай, бляха! Отвалите! Да хватит! Я спасти убежал вас. Бауч! Ты вы заебали. Энергии не хватило, но та вторая кнопка выглядела странно. Ты что, полагаешься на удачу? Вы что, издевы? Нет же! На... интуиция. Тут повсюду. Да вы надоели, отъебите. А как же измеренитель? Что-нибудь придумаем. Еще подкрепление. Готовься залечивать братья. Тогда муха. Тут дайте мне пройти, это надоели. Отвалите. Дайте мне просто свалить. Мне ничего не требуется. Хочу просто свалить от вас. Ну, а я подозаблудился, не знаю, куда идти.
Конечно, сюда. А куда идти тогда, если я не понимаю? Не представляю, что делать. Ну опять та за история. Почему я не удивлена? Тебе точно понравится. Нифига. Пусть выпусти меня отсюда. Тут это на всех отдалее, только потом уйти. Как, кстати, знакомо. Это вам Насяник сказал. Все, ладно, у меня просто такая. Это точно не последний. Нужно выбираться отсюда. Может использовать Близзон? А это мысль. Измерение монстров нам сейчас вполне под Близзон. Вот наша лазейка. Сейчас делаем, не волнуйся. Да он разломан, то есть он закрыт. Как мне сюда, как мне его сломать? Если тут закрыто все. Ёкарный попал. А. Блин, я здесь с вами на явку не смогу назвать, он не мешать будет. Угадал, угадал. Пока! Что ты делаешь? Ничего, просто думаю о том, как построить измеренитель и спасти вселенную. Ты нервничаешь из-за встречи с Рэтчетом? Что? Да, чуть-чуть. Он тебя не обидит, обещаю. И как построить измеренитель, он поможет нам найти доктора Нефариуса. Ну да. Значит, Педро, наше приключение заканчивается. Вы вдвоем и доктор Нефариус скоро вернетесь в свое измерение. Вау! Привет. Здорово. Привет. Да, да. А вот и Кланг. О, друг. Все в порядке, Рэтчет. Мне даже начинает нравиться такой вид. Если что, я его таким нашла. Да брось, ты бы не обидела Кланка. В конце концов, ты это я. Постой, с чего ты взял, что не наоборот? Ну, а как же еще? Я же... Нечего сказать. Правда, нечего. Да, кстати, Ривет, это... Я с нетерпением ждала встречи с тобой. Я тоже. Вы будете отличной парой. Полагаю, напарниками. Все, вставляйте его. Давно пора. Ты не хочешь, Опа. Охренеть! Ударьте лучом! Нет! Ёкарный папай! Ах ты книда! Доктор Нефариус,